Сегодня молодежный совет унитарного предприятия «Витебскоблгаз» работает на мемориальном комплексе «Шуневка» для того, чтобы показать всем, что память живет вместе с нами, память живет в наших сердцах. И в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы считаем, эта акция должна объединить и сплотить всю молодежь нашего объединения. Поэтому подключайтесь к этой акции, участвуйте в этой акции, выбирайте мемориальные комплексы, братские захоронения, могилы неизвестных солдат и давайте приведем их в порядок вместе. Сегодня долг каждого белоруса – это сохранение исторических и значимых мест нашей родной Беларуси. Молодежи собрались сегодня в Шуневке, чтобы привести в порядок территорию, чтобы больше людей смогло посетить это значимое место и помнить наши корни, нашу историю.